В центре бокса Перестери. На ринге атлеты весовой категории до 60 килограммов. Россиянин Мурат Храчев, он в синей форме, и Энтони Литл из Австралии. Идет четвертый, заключительный раунд боя. Счет уже 17-6 в пользу нашего боксера. Это встреча 1/8 финала. В первом круге Мурат выиграл у китайского боксера Чен Тонжу в непростом поединке со счетом 40-29. А Энтони Литл без проблем взял верх над тунисским боксером Тофиком Габа, и счет того боя 27-8. Но все это уже в прошлом. Сейчас надо пройти очередного соперника, решить конкретную задачу. И надо сказать, что Мурату это вполне по силам. Вы видите, разрыв в счете растет, растет стремительно. Вообще, Храчев оставляет здесь очень хорошее впечатление. Быстрый, техничный, несмотря на свой молодой возраст, очень перспективный боксер. И думаю, что у этого нашего чемпиона России очень неплохое будущее. Не хочется загадывать, не хочется сглазить, но, мне кажется, Храчев должен здесь показать себя в полной красе. Счет становится уже почти неприличный. 24-9, вы видите. Австралиец ничего не может противопоставить нашему боксеру. Получает один за другим удары. Храчев левша, и к этому никак не может приспособиться его соперник. Заканчивается третий раунд. Полностью инициатива в руках российского боксера. Еще. Вот, счет стал 29-9, и судья останавливает бой ввиду явного преимущества Храчева. А его соперник определится чуть позже. Соперник, с которым он будет драться в следующем.